Возьмите на заметку такой вариант холодного летнего супа, как окрошка на тане. Блюдо получается очень вкусное и по-летнему ароматное. Вымытые клубни картофеля расположить на поддоне пароварки и готовить 20-25 минут в зависимости от сорта и размера. Охладить картофель и очистить его от кожицы. Нарезать картофель средними кубиками. Отварить вкрутую яйца, охладить и очистить их от скорлупы. Нарезать яйца средними кубиками. Вареную колбасу или ветчину нарезать кубиками, как и предыдущие ингредиенты. Свежий огурец вымыть, просушить и также нарезать кубиками. Свежую зелень вымыть и мелко порубить ножом. Я взяла зеленый лук и укроп. Сложить все подготовленные ингредиенты в кастрюлю или глубокую миску. Перемешать. Солить эту заготовку окрошки заранее не рекомендуется, потому что посоленные огурцы и зелень начнут выделять сок, и вся масса станет слишком мокрой. Незаправленная и несоленая заготовка окрошки на тане может храниться в холодильнике сутки. Для подачи разложите порцию заготовки в миску и залейте таном. Приятного аппетита!